Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на клеевой термопистолет Lodi Star 220 вольт 40 ватт, клеевой стержень 11 мм в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео, нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 22 февраля 2019 года. Так, ага, к сожалению, этот товар теперь недоступен. Но расстраиваться не нужно. Да, он стоил $18.65. Расстраиваться не нужно. Есть другие здесь магазинчики, которые можно поискать и найти то, что вам подходит. Слава богу, такого инструмента достаточно. Но я все-таки зашел на магазин. Или в магазин, как правильно, не знаю. Вот нажмем товары. Я обучался в школе давно уже. Забыл все это дело. Так что, пардон, извиняйте. Ну, вот здесь такие у нас есть инструменты. И ручные, и расходники, и приспособы. О, 33 страницы. Ну, это просто закончился товар. Хорошо, добро. А ну-ка. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента. А такие, если нету такого данного товара на данный момент, и вы не можете подождать, значит, ищите, найдете. Все здесь есть. И все вас устроит. И цены, и качество.